Open Summer или «Открытое лето». Под таким названием в каникулы будет работать дворовая площадка Центра внешкольной работы на улице Силкина. Темой этого сезона стал здоровый образ жизни. На нашем фестивале мы личным примером докажем, что жить и поддерживать здоровый образ жизни – это классно, круто и модно, самое главное. Активисты клуба здоровья для фестиваля подготовили 6 тематических площадок – спорт, граффити, фотозона, здоровое питание, лайфхаки. Анастасия Андросова рассказывала мальчишкам и девчонкам о том, что помогает вести здоровый образ жизни. Например, про то, что нужно посещать врачей каждый год, полгода. Или, например, что нельзя копить в себе обиды. То есть, нужно высказывать все открыто и не копить никогда в себе, потому что потом это будет выявляться в более худшей форме. Также в течение вечера участники состязались в спортивных конкурсах, вспоминали знакомые стихи про здоровый образ жизни, отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки. Очень понравилось. Я здесь хотя бы первый раз, но было очень интересно, особенно станции про питание, про спорт. Я хочу приехать сюда еще раз. У нас сегодня был праздник. Мы ходили по площадке, у нас были разные тесты, мы снимались на фото. Еще нам рассказывали, что можно есть, как надо питаться. Еще нам рассказывали всякое про спорт, про баскетбол. Мне здесь очень сильно понравилось. В конце фестиваля все ребята получили дипломы и памятные подарки. Следующая встреча в рамках проекта «Дворовая практика» пройдет в середине июля. Для ребят проведут мастер-класс по танцам. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».